Принять вызов. А почему ты белыми? Я белыми хочу играть. Там, по-моему, случайный цвет. Не знаю. Я белыми. Давай, погнали. Ты пятиминутку поставил? Нахуя? 12 не знаешь, которую я играю сейчас? Нет. Ты гонишь, что ли? Ты вот, ну, все делаешь так, чтобы эта комбинация получилась. Я серьезно не знаю. Ну ладно, я тебе могу рассказать ее. Ну давай потом сейчас доиграем эту, потом расскажем. Давай, давай. Блять, тупанул немного. Под вилку попался, сука. Да, блять, вроде у тебя лучше позиция, все равно выиграл. Да все равно вилка ебаная сейчас будет. Ну ладью неохота было терять, да ладно. Что-то я плохой ход сделал какой-то. Ты что, давно не играл, что ли? Бля, лет нахуй 5 точно. Сейчас будешь вспоминать. Ну я не знаю, мне кажется. Да. У меня время кончится быстрее. Да, по времени проиграешь.
Мне кажется, вот это, как оно называется, блядь? Чего? Ну, нарушение дебютных правил, типа ферзя там выводить, это, ну и ловушки, это, ну, не очень интересно. Не, просто есть комбинации различные, то есть, ну, я могу да потерять ферзя, но я выиграю много фигур у тебя. Да, но это еще ничего не значит, то есть развитие должно быть. Вот у меня развитие беспонтовое сейчас. Перевес по фигурам, как бы, зависит еще от того, какие фигуры. У тебя, допустим, слоны нормально стоят. Вот тоже сейчас тупанул нахуй, пиздец. Сейчас трудновато. Чё там, единственный ход, да? А, нет. Нет. Ну, есть. Вроде как. Такая тема. Угу. Такая тема. Забираешь коня. Ну, в принципе, у тебя два слона. Как бы тут, не знаю, ничего не сделать, наверное. На пару партий сыграть, я, блядь, давно не играл очень. Ну ты в любом случае минут целый выигрываешь, это, блядь, да хуя. Бля, не увидел вот этот, прикинь. И этот. Угу.
Ну тут пизда, а не партия, хуйня какая-то. Ну вот смотри, теперь у меня слон. Угу. Ну ты не сможешь мат поставить такими фигурами, и я не смогу. Нет, если пешку одну провести, то можно. Ну если пешку провести, да. Ну вот, что ты будешь делать? Ничего. Пешка у тебя теряется. Тут ничья будет. Нет. Если я ферзя проведу, то выиграю. Ну да, наверное. Сейчас главное пат не поставить. Это я пару раз попадался. Вот в этой ситуации уже как бы, ну, я должен выиграть. Да, здесь ты должен мат ставить. Тебе короля придется вести. Угу. Давай, двигайся там, чё. А, мой ход, да? Я думал, это, блядь, твой ход. О, вот видишь. Угу. Патовая ситуация. Че, реванш нажимай. Бля, у меня черный. А че, то же самое можно делать зеркально просто? Не. Черными я мало комбинаций интересных знаю. Да какая разница там? Чё, погнали, так? Бля, отвечаю, не увидел даже, прикинь. Ну, ты давно не практиковался уже, все. Ты правила-то помнишь дебютные? Конечно. Не, я вспоминаю, ну нормально, будем играть почаще. Бля, вот коня проебал, вот это вот проблема на самом деле.
Я столько всего не вижу, пиздец. Так ты смотри на мои, на свои фигуры. Не, в плане, что, блядь, надо играть побольше. Ебать, давай заново нахуй, я чё-то тут Не, пиздец. давай доигрывай, блядь, ты чё, доигрывай. Потом ещё начнём, надо мат не поставить хотя бы. Ладно. Хуй знает, вроде как-то можно быстро мат ставить, но я еще не вижу, как, блядь, быстро это все делать. Пока хуй знает. Блять, такой ход сделал, это Ёбал, пиздец. блядь. Да я говорю, не вижу нихуя. Половину ходов. Или отдавать качество, чтобы быстрее разыгрывалось все это. Ну да. Давай так попробуем. Это да, это пиздец, это изменение, вот тебе выгоды. Лол. Вообще пиздец. Тут коня надо было ставить. Давай, мат ставь. Быстрее. Конем играй. Блядь, чё, кого, как делать, блядь.
О, это что, мат, что ли? Говорим. Ну-ка, стой, 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 как мат? Ну-ка, давай посмотрим. Тебе, получается, рубить нельзя. Сюда нельзя, здесь конь. Здесь кто? А кто здесь, на этом поле? А, да, здесь ферзи. Здесь пешка, здесь тоже ферзь, третья линия. Вторая. Седьмая. Нихуя я красава. Я даже сам не знал, что сейчас мат был тебе. Бля, да я давно не играл, пиздец. Вот, смотри, по белым. Давай свою комбинацию там. Опа. Ну, самое распространенное, наверное, это вот это, да? Ну, вообще нет. Она немножко по-другому работает, ну да ладно. То есть, ну, ты ходишь. Как паузу поставить? Есть пауза? Не знаю. Да, ну играй дальше как. То есть, ну, ты должен был ходить пешкой, чтобы ферзя прогонять, понял? Ты ходишь пешкой, я кушаю эту пешку, тебе шаг, я кушаю ладью. Ну сейчас-то ты уже не скушаешь ничего, только пешку выиграл. Сейчас понял. Сейчас понял. Сейчас просто пойдешь бегать, блядь. Ферзём. Волк. Блядь. Не видел нахуй. Ладно, пусть. Я говорю, блядь, не играл давно, вот. Вот смотри, ты попался на свою же ловушку, блядь. Ну, типа того. Всё, пиздец, а чё здесь делать, блядь? Только слона выводить, наверное, нет? Наверное, да. Больше ничего не сделаешь.
Ебать, не видел даже. Ну, у тебя две ладьи, по сути, должен выигрывать. Не знаю. Сейчас посмотрим. Лол, блядь. Не видел, ладно. Говорит, пиздец, сколько? Интересно, сколько косяков? Сколько пешек стоит эта ладья? Хуй его знает. Ну там, не знаю, короче, дохуя ходов. Дядя Слава. Здравствуй. А кто такой Вентспилс? Ну это Олег вроде как. Да хуй знает, не, ну не заматуешь короля так, мне кажется. Хотя... Да нет, это понятно, надо вести своего. Здесь разрываться приходится. Тут стоишь, что-то ждешь там. Опять в шахматы играешь? Угу. У тебя шахматомания. Что-то он мутит, хер пойми чё, короче. Ну лол, ну. Ты с кем там общаешься? С фокусом. Ничего не слышишь?
сейчас прессую. Я просто молчу. Я настроен на игру, блядь. О, сейчас слышно, что-то стало. Ну я что-то, кстати, смотрю, мой ход или не мой, что. Только стоишь. Угу. Лол, блядь. Ну вроде как этот эндшпиль должен считаться ничейным. Да, мне тоже так кажется. Тут уже ничья должна быть. Да, ну как бы... Мы обычно это заранее знаем. Только пешка остается и все, выиграть. Воу, блядь. Хуйню какую-то сделал, да? Да пиздец. Ну-ка, а чё, какие ходы есть? Дел какой-то. Ну, убираешь ладью, пешку. Проебу. Да, убираю, блядь, пешку. Короче, пиздец. Ну-ка, ну, сделай какой-то ход. Чё будет? Сейчас. Ещё и ладью проёбываю. Ничья. Чё ещё? А, давай, погнали. Так, ну давай, что-то там, может, оригинальное есть, ну-ка.
Три вилки, нихуя себе, да? Есть такое. Что-то тут какая-то тема, да? Интересная. Так, ну допустим. Что-то есть, да. Допустим. Видишь, в чем фишка? В том, что... Ну, ты понял, короче. Да. Ну, что-то получится у меня или нет, и хз. Допустим, так. Теперь так. Ну, теперь хз. Для тебя 15 секунд. Можно время прибавлять, смотри. Противник. Я прибавил время. Ну да, да. А чё, сколько у меня было? Да хуй его знает, смотри. Кликнул просто, там было дать 15 секунд. Ну, нормально. Типа да, если партия нормальная и время отмечается, можно, блядь, прибавлять друг друга, да?
Ебать, ход по секунду, пойми, какой я сделал, нахуй, тупанул, пиздец. Вышел, нахуй. Вообще жопа сейчас происходит. Просто теряешь логику. Нет. Сейчас вот главная фишка вся в том, что ты хз, что будет противник делать, да? Да. Не, шахматы заебись тема. Ну вот опять смотри. Да, это пиздец. Чё у меня получается? Две ладьи, у тебя два слона, конь, ферзь. А у меня две ладьи, ферзь. Ну да, сейчас ты правда ферзя тоже проебёшь. Да? А, не проведешь. Что я опять плохой ход снял. Тупанул их. Так, что тут можно сделать-то? Ты неправильно немножко сейчас сыграл. Тебе надо было ладьей хавать, размениваться. Тут всегда я не проебал. Я, кстати, не посмотрел на ферзя, я что-то смотрел, как от шаха уходить. Но зато уже линейного не поставить. Пешек у тебя нет, только фигуры. У меня вот три пешки. Угу. Лучше, чем в ЦЛК сидеть, конечно. Это точно, да. Ну это, наверное, последнюю сыграем, потому что что-то запарился. Да, без проблем. Так, как бы тут тебя выиграть-то? ХЗ, короче, что делать? Тут видишь, проблема в том, что есть ферзь. Да. Допустим, так. Дальше пытаться что-то пройти. Получается, чего? Сюда сходишь, срубят, сюда срубят. Конь попался, что ли, блядь? Типа того. Глупый ход я сделал. Вообще конец коню, блядь. Что за всякие ловушки? Да.
Так теперь какой, блядь, ход сделать, чтобы как его лучше отдать, в какое положение, блядь? Да никакой, походу. Пешка защищена. Тут, походу, пизда. Ну смотри, две ладьи, слон, белопольник, у тебя есть чернопольник. Угу. Так, ты шах. У тебя ситуация лучше намного. А тут работает эта хуйня, ну доводишь короля и можно взять пешку. Или нет? В смысле, докуда доводишь короля? Ну, до твоей линии довожу и могу пешку взять, или тут нет такого? Ну ты как бы можешь пешку взять. В смысле, пешку или короля? Ну королем пешку можно. Вот королем можно пешку взять, да? Да. Только главное, чтобы ты под шах не вставал, если срубишь. Ну типа с диагонали пешку не срубишь, спереди, сзади, сбоку можешь срубить. Нет, нет, ты не понял. Я имею в виду, если я довожу своего короля до твоей линии, я могу пешку взять. Зачем? Откуда ты ее можешь взять? ХЗ, короче. Ну вот как ты ферзя берешь пешкой, ты доводишь пешку, ты можешь взять ферзя. Вот точно так же должно быть, когда доводишь короля, ты можешь взять пешку. Пешку вместо короля, что ли, или как? Нет, 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 просто взять в игру пешку. Ты довел короля до чужой линии, ты можешь пешку себе одну взять. Что-то без понятия вообще. А откуда она появится, пешка эта? Ну, ну вот ты же взял ферзя, когда доводишь пешку в фигуру, можно выбирать, или она автоматом ферзь дается. Да? Вот ты когда доводишь да. пешку до моей линии, ты берешь и ферзя, а можно же и фигуру можно выбирать слона, вместо ферзя. Можно слона, вот, коня, вот. Ладью, но пешку там нельзя взять. А когда доводишь короля, вместо пешки короля доводишь, то берется пешка. Можно взять пешку. А она откуда появляется? Там пешка? В этом система в шахмат. Откуда она появляется? Ну вот ты, допустим, довел короля по линии С, да? То есть она на твоей c2 появится. Понял систему? Снизу, да? Да-да-да, снизу, естественно. Что-то хз. То есть, ну, чтобы получить этой пешкой ферзя, то придется вести ее через всю линию. Так, ну что, как-то здесь надо делать, да? Смотри, ну вот считай. Что ты можешь посоздавать тут? Да тут нихуя не создать. Время добавляю, вот сейчас время кончится. Какой у меня правильный ход сделать, чтобы выиграть? Такой, наверное. Тебе надо защищать ладью. Если ты сейчас хотя бы одну ладью проебешь, то тут уже, блядь, тяжело будет выиграть. Да. Ну, допустим, сейчас ты не нападаешь, сейчас даешь шах, ну и что? Ну мне просто другого ничего не сделать, только туда-сюда бегать. Сейчас я даже хз. Мне кажется, любой ход и мат, наверное. Ну, ну-ка, сходи какой-нибудь. Вот, да? Да. Надо было короля уводить изначально. Ну все равно оно и, ну, считается при правильной игре, там же ходов много. Ну, соотношение две ладьи, слон, ну это, блядь, против ферзя, две пешки. Ну да, да. Одним ферзем не заматуешь, тем более король с ферзем как бы далеко до этого короля пешки. Ну короче.